Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я иду на место, где в детстве ловил раков, и попытаюсь поймать хоть одного. В принципе, в том году их всех повылавливали. Уже немножко подсохло, тут еще была вода, а сегодня уже можно пройтись по этой чудо-тропинке. Поднимемся на дамбу. Тут еще раньше землянка была, в которой мы классно в детстве делали хороводы. Но это было детство. По зиме даже буржуйку был специалист, умудрялся делать. Дымовая завеса, конечно, была страшная. Но зато как это было прикольно, когда сидишь, тепло. Обалдеть. О, там уже виднеется река. Еще не обсохла. Вот солдатики камешками обложили нашу дамбу, подняли ее на 4 метра выше, чтобы уровень воды не падал в реке, потому что вся вода затекала как бы именно сюда вот. Здесь вот как раз я и буду ловить раков, если они там еще имеются. И тем самым землянка, которая вот находится как раз вот в этом месте, вот здесь вот, под этой тропинкой, она получается похоронена этими камнями 3-4 метра. А вообще, по всей длине этой дамбы, которая не маленькая, я так скажу, находится эта землянка еще со времен Великой Отечественной войны. Уже почти дошли до места. Сейчас я еще покажу один момент. Вот видите, сколько было сзади и сколько впереди пути. Там он вдалеке, то как 1.5 километра. Может, чуточку меньше. Говорят, там под землей и снаряды сохранились, и все. Там просто тупо заглушили ход и подняли дамбу. И поэтому теперь это просто как такая красивая могила между речкой, то есть там и плес к реке припадает, и между моим шикарным лугом детства, лугом мечты. А вот именно на этом месте по бережку сейчас по норкам буду шарить, вдруг найду рака. Вот это будет чудо. Поэтому до скорых встреч в следующем ролике. Пока-пока.